Кино на ТВ-РУС. Если кто не улетал на свой Шпицберген, сидели бы в кафе, пили бы горячий шоколад, не вставались бы. Тань, перестань. Там обещают хорошие деньги. Неделю, ну, максимум 10 дней. Ну что ты тут переживаешь? Я хочу, чтобы ты был рядом и никуда не срывался. Ну чего ты? Ну что там? Похоже на человека в спасательном костюме. Он живой. Повезло парню. Чё-то я не могу до Пети дозвониться, ничего не понимаю. Он должен был приехать уже. А вот и наш спонсор, Илья Колесников. Здравствуйте, Татьяна. Хотел лично познакомиться с вами. Вы можете мне оставить хотя бы на 5 минут в покое? У нее проблемы личного характера. С мужем? Вообще-то она не замужем. Меня зовут Наташа, я буду вашей переводчицей. Что со мной произошло? Знаю, что вас нашли в море. Извините за сегодняшнее поведение. А знаете, я приму ваши извинения, если вы позволите проводить вас до дома. Вы интересный человек. Первый комплимент, который я слышу от вас. Надеюсь, вы понимаете, что наши отношения могут быть только дружескими. Петь, ты уже пришел? А вы кто? Наталья Швец, Григорий Антипенко, Антон Макарский и Полина Филоненко. В фильме «Обратный путь». В воскресенье на ТВ-РУС.